Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Resident Evil 7. В той серии у меня бомбануло задница, да, немножечко бомбануло, мы там бегали с тобой от мамки. Вот. А в этой серии чем пойдем делать? Так, у нас что по этому? Ага. Так, мы с тобой в этой серии берем ключ с вороной, идем в дом запаса, забираем запасы, ребят. Вот. Да? Ну да. Поедемте за запасами, и там надо будет в секционную сходить. Наверное, где-то батя ходит или не ходит. Так, а как нам проходить-то? Нам сюда? Пойдемте туда. Нам надо за запасами. Батя где-то отдыхает, видимо, с мамкой. Мать, конечно, ужасная была у нас. Ужас. Никому не желаю такую мать. Так, а у нас, кстати говоря, здесь... А, да, кстати, у нас здесь что-то можно открыть. Открываем. Смотрим. Порох. Сильный эпоксид. Зажигательные боеприпасы. Так. Опа. Гранатомет. А чем он стреляет? Наверное, зажигательными боеприпасами, да? Угу. Так. Твердое топливо. Угу. Ну, можно сделать, да. Угу. Пускай будет, нам пригодится. Так, что у нас там еще? Две. Единички есть. А что, все, что ли? Ну, бедненько так. Ну, гранатомет это хорошо, конечно. Что-то как-то я рассчитывал... Я рассчитывал, ребят, на большее. Вроде ничего больше не вижу. Я что-то пропустил. Значит, я слепой. Так, теперь нам что надо? Нам надо идти... Нам надо сходить все это засейвить. А что там про туалет был у нас где-то этот? Что-то около туалета было. Подожди, я куда пошел? А, ну да. Так, сохраняемся здесь. И нам в секционную. Кладем, наверное, да, пока ключ с вороной, он нам больше не нужен. Гранатомет тоже пока кладем. Угу. Так. Так. Аптечки, хренечки, да? Пороха у нас много. Патроны для магнума. Крупнокалиберные. Зажигательных 5 штук. Топливо для горелки 245. А топлива на самом деле у нас тоже много.
Давайте возьмем одну траву. Может, мы где-то найдем эпоксидку. У нас хотя есть эпоксидка. Может, еще одну монету защиты взять? Ну-ка. Он укрепляет ваше тело. Не знаю зачем. Ну, типа, они какие-то там читерные, типа, что-то защиту должны поднимать. Делать сильнее, но... Я что-то сомневаюсь, ребят, что они как-то делают защиту у нас сильнее, потому что как мне давали трендюлей, мне так и дают. Так, насчет подвала. Так, нам получается по дальней, да, траектории надо. Так, сохранились, если что, перепройдем. Стараемся просто пробежать. Если получится. Почему заперто с другой? Почему заперто с другой стороны там? Кто-то там ходит. О, бабуля. Здрасте. Раз бабуля здесь, значит, все хорошо. Да, бабуль, как у вас дела-то? Че здесь катаетесь? Вон что-то знает. Не говорит собака. Так. Ага. Блять, что это? Блять, ты чё? Да гори ты, блять. Сгорело? Чудо. Чудо не горит. Что-то огнемет такое, дай себе, ребят. Ну, как бы... Ну, как бы... Ни о чем. Так, батя ушел. Ног нету, значит, батя ушел. Похоже, наступило трупное окоченение. Его суставы уже застыли. Это хорошо или плохо? Докажи, что ты настоящий мужик. Сунь руку. О, нет. В глотку этой свиньи. Давай. Делать нечего. Делать нам сам нехрена. Придется. Прости, дружище. Давай быстрее, мы скоро сами такие будем. О, боже. А, это ключ змеи. А, вот ключ змеи, ребят. А я его искал. Эта маленькая штучка поможет тебе найти две карточки ключа. Пропуск на вечеринку, где мы тебя ждем. Пропуск надо заслужить, Нина. Понял. Пропуск надо заслужить. Привет. Ну. Так. Нам надо на второй этаж. Нам надо вообще сохраниться. Подождите. Блять, уйди нахуй. Сражаться с ними не буду, смысла нету. Да пошел ты в жопу, слышь? Козел. Мне вообще плохо. Так. Знаете, что я думаю? Хоть огнемета и много, но мне кажется, он неэффективен. Его надо положить сюда. Так, задача какая?
задача вообще... Ой, ребят, даже не знаю. Ну, во-первых, подхилиться. Угу. Так, нам стало получше. Так, во-вторых. Так, во-вторых, мы сохраняемся. Нам нужно на второй этаж, да, как я понимаю. А, да, нам надо там открыть детскую комнату и главная спальня и склад. На первом этаже ничего нету. Пойдемте на второй этаж. Мужчина красивый. О. Мужики, вы откуда такие красивые? Красавцы. Комсомольцы. Батя вас оставил, да? Ох, ебать. Закройте дверь, пожалуйста. Сломано. Так. Давайте оставим открытый, что я тут посмотрел. Так, апреля, что там? Оливер прекрасно прекратил вопить, но иногда сверху доносятся стуки. Какая же вонь, а еще с потолка какая-то странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время, я снова заменил приз, пульт управления. Теперь он будет... сиять даже ночью. Так. Сиять даже ночью. Ага. Ага. Взяли? Да, взяли отмычку. Чё, пищевые? Пищевые добавки влияют на нервную систему. Нельзя использовать сами по себе. Сначала надо препарат сделать. А, с этими. Нервно-паралитический. Замечательно. Так. Тут пусто. Топливо для горелки. Так я же его выкинул. А. Ну, я его положил туда. Мне как бы не особо. Третье место — конкурс юных инженеров. Второе место. Поощрительная премия. Понятно. Короче, пацан занимался. Так, мамочка повела меня в городскую больницу, там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушечный пазл. Ага. Вечно меня дразнит, ты чокнутый. Я обманул Оливера, пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет. Выпусти меня, Лукас. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призов конкурса изобретателя. Теперь ей его не найти. Ага, ну это намек на то, как нам поискать. Так. У нас решаются вопросы... с патронами. Так, нам надо на ту сторону еще сбегать. Так, нам сюда, да, как я понимаю. Сейчас обнюхаемся. Не торопимся никуда. Нюхаем. Крокодил. Кстати говоря, крокодил меня это преследует. Он уже был где-то. Так. О, бабуля, привет. Бабуля, мамуля, топливо для горелки. Нет, откройте. Так, откройте нам. А. Ага, понял, надо время. Бабуля, не подскажете время?
Бабуль, употребляйте, да? Опа. Опа. А что это там? Куда это у нас выход? А выход куда-то в интересное место. Опа, еще отмычка. Итого уже две отмычки, ребята. Апрель 1980 год. Даже Джек поступил в морскую пехоту. 1980 год. Так, патрончики. Угу. Потихонечку устанавливаем патроны. А какое здесь время надо? То же время, что и на остальных часах. То же время, что и на остальных. А на каких остальных? То есть надо посмотреть там, да, где-то. Ага, ценная фотография. Это где-то, ну, это межсекционный, да? Да, это где-то в подвале. Знаете, честно говоря, я больше потеряю. Там будут монстры. Ну, что я там приобрету? Здесь что-то было, нет? Мне показалось. Я больше потеряю. Ну, хилка какая-нибудь будет, еще что-нибудь. Но я потеряю больше. Рюкзак, наконец-то, ё-моё. Ребят, я этого ждал. Почему нельзя сразу нормальный рюкзак выдать? Чертеж оружия. А, это я взял. А вы знаете, что бы неплохо? Эпоксидочку бы еще бы мне. Вот было бы вообще неплохо. Было бы неплохо. Что, я думаю, можно травку тогда вот эту раз. Еще немножечко юзнуть, чтобы до зелененького, да, поднять. Так, все, в принципе, да, как я понимаю. У нас нету этих. А что мы здесь нашли? Рюкзак нашли. Все, да, здесь у нас все. Так, еще разочек осматриваемся немножко внимательно. Так, это мы посмотрели, это мы открыли. Так, тот же время, что и на всех часах. Но нам нужны большие часы, значит, надо спуститься вниз. Да, бабуль? Опа. А, 10-15. Понял. А, 10-15. Че, что-то есть? Ой. Извините. Надеюсь, вы за мной не пойдете к бабуле. А то бабуля женщина скромная, она не любит гостей. 10-15. По-моему, так. Так, бабуль, надеюсь, меня сейчас не убьют. Так, эпоксидочку мы объединяем, конечно же, с хилочку, да, чтобы сделать. Потому что нам нужны хилки, у нас хилок нет. Патроны вроде начали появляться, даже отмычки есть. Но именно вот так вот сделаем. Ага, так. Блин, огнемет. Нам для огнемета дают. Это я куда иду? А тебе куда? Алло. А мне куда вообще надо было? Сейчас я вспомню. Забыл. Ладно. Ну куда-нибудь придем. Это мы где? Че, какая-нибудь падаль вылезет по-любому. Патронов нигде нет. О, господи. О, боже. Да, ну тут это, архитекторы.
Улучшенный патрон для пистолета. Сколько там их? Десяток. Лазим, ползаем. Шубы какие-то. Красный ключ карты. Так, у нас еще 5 ячеек аж свободных. Так. Вот это такой ящик, знаете, выглядит как будто... Ну, как будто он отодвигается. А, мы в мастерской. А, мы в мастерской. Сейчас я уши почешу. Мы в мастерской, ребята. Это мастерская. Реально выглядит так, как будто там что-то есть за этим ящиком. Еще раз. Я знаю, что в Резиденте любят все прятать. Вроде бы я все собрал. Так, что нам получается? Блять. Да, блять, иди нахуй. Я не туда пошел. Да ё-моё, подождите, я... Ненавижу вас, черти. Чё? А. Терпеть вас не могу. На дух, блять, вас не перевожу. Кстати, там была... Еще один идет. Не, патроны это ценная вещь, я пока тратить не буду. Так, подождите, одну мы нашли и... патроны для пистолета, ключ-карта, хорошо. Одну красную мы нашли, там надо, по-моему, две искать. Так, там, по-моему, надо искать две. Так, у нас есть огнемет, мы, в принципе, можем с собой огнемет взять, но огнемет, он какой-то неэффективный. Ну, честно говоря, ну 240, да, у меня. Горелка. Ключ с вороном. Так, подождите, что надо делать там? Заберите две ключ-карты. Хорошо, так, подождите, я туплю. Одну ключ-карту мы нашли, мы забрали. Так, заберите лукса ингредиенты, да. Так, 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 найди две ключ-карты. Одну мы нашли. Хорошо. Одну мы нашли в мастерской. А где мне вторую искать? Ключ-карту. Хм. Пойдемте сбегаем до этого, что ли? До... До улицы. Может, там позвонят нам, типа? Ну, знаете, там. Я просто не знаю, где еще искать. Я просто, ну, у меня нет предположений, ребят. А, кстати, у нас есть где-то места, где нужны отмычки? Ага. Вот там нужна отмычка. Комната для наблюдений. А у бабки там что у нас? Все нормально? Так, вот там нужна отмычка. Так, это комната для наблюдений. Куда? Туда, потом туда. Комнату для наблюдения. А, вот здесь вот, да? Что там? Так, хорошо. Так. А, пойдемте вставим одну ключ-карту.
просто сейчас сижу, пытаюсь вспомнить. Ну и понять. Простить, понять. Ну, блядь. Пропал. Так, мы, кстати говоря, можем навсегда увеличить перезарядку. Перезарядка всегда навсегда у это ускоряется. Либо взять ствол, который дамажит очень хорошо. Так, мы сохраняемся. Мы сохранились. А, что это? Патроны, спасибо. Так, патроном положим. Это какой-то там неебинический ствол, да, получается у нас. А сколько там? 9 надо, а у нас сколько монеток? Ну-ка. Сколько у нас монеток, монеток? У нас 7, а у нас сразу не хватает 2 монетки. Так, ладно. Где, падла? Пищевая добавка. А где искать-то еще, ребят? Кто-нибудь помнит, ну, кто-нибудь знает. Я первый раз вот играю, я хрен знает. Опа. Это что? А что сюда надо поставить? Не получается открыть. А, 13, 5, потом чего-то и 9. 13, 5, чего-то и 9. И что-то откроется, да? А, так двойка. А что, похоже, кстати говоря, там же пятерка вон это. Подожди, я что, любой предмет могу здесь покрутить? Нормально. Таблетки можно покрутить. А что, у меня крутить нечего. Ключ со змеей. Интересно, загадка. И то есть откроется, да, как я понимаю? Что-то, может, еще есть? Эпоксидочка. Так. Что-то я, ребят, туплю. Я думаю, надо серию закончить. А следующую серию уже продолжить. Там я разберусь. Куда нам что надо? Потому что у нас, смотри, одну мы нашли, да? Но нашли мы ее в закрытой этой части. Мы ее нашли в закрытой части этой мастерской. У бабки. А, господи, что я туплю? Подождите. Ребят, да. Кто-то сейчас, наверное, сидит, да господи, ты же заходил на второй этаж в детскую. Ты заходил на второй этаж в детскую, и там лестница опустилась. Ты не пошел туда, а пошел хрен знает куда. Да. Ну откуда там? Давайте, братья мои. Точно, ребят. Там же лесенка спустилась. Там же была лесенка. Лесенка, песенка. Бежим к лесенке. Вот сюда. Точно, ребят. Спасибо, спасибо, что подсказали. Телепатически у нас связь с вами. Спасибо, что подсказываете. Очень помогает. Так, с днем рождения. Хорошо. Но с днем рождения это мы потом будем смотреть. С днем рождения. Так, игрушечный топор, модель дробовика. А зачем мне это все? Ее нельзя использовать как оружие. Мне ее, наверное, с чем-то можно объединить.
И топор зачем мне? Использовать как оружие нельзя. Так, договор на реконструкцию. Угу. Установить дверь с активацией по затенению в центральном зале. Установка двери с активацией по затенению в центральном зале. Так, опять сильный эпоксид. Мне бы обычный эпоксид, товарищи. Товарищи. Сильный эпоксид, да, конечно, аптечка хорошо, но... Но-но-но. Так, картина под названием «Судилище». На ней изображена женщина, стоящая на коленях перед толпой. Ага. Это что, я должен так как-то сделать? А, вот, вижу. Крутим-вертим. Ну вот же, мужчина. Вот, топор его, вот. Вот, мужчинский топор. Нет, а как тут сделать-то? Подождите. Во, как-то вот так. Ага, так. Только теперь надо вот так вот. Что-то получается. Во, накрутил. А, вот и синий. А. Так все просто, что ли? Ну, блин. Вопрос. Нахрена мне топор игрушечный и винтовка? О, кто знает, ребят. Телепатически сообщите мне, зачем нужен игрушечный топор и винтовка. По-любому где-то их надо задействовать, да? Но где? Игрушечный топор, винтовка. А может как-то этого дурачка нам обмануть придется? Жалко патроны, конечно, но... А что ж не сделаешь, ребят? Вроде все забрал. Что не сделаешь ради хайпа? Так. Да-да-да, бегу-бегу. Эй, друг, не забудь, эти две карточки пропуска на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Окей. Дай мне услышать Мию. Нет, нет, нет! Ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь выйти со двора. И давай быстрее, чувак! Все только тебя и ждут. Угу. Все это кто? А, у нас есть это, кстати. Кассета, да? Да. Кассету надо посмотреть. Ермамин. Пошел в жопу. С другом? Это, блядь, граждане на вечеринку, ребят. Это граждане на вечеринку пришли. Так, на которую нас, кстати говоря, пригласили. Кассету мы будем смотреть в следующей серии. Чё? Ушли? Ох, блядь, не ушли. Аж испугался. Я не хочу патрон тратить. Вот такой я. Вот такой я жмот, ребят. Давайте вот сюда сходим. Может, здесь что-то надо это. С топором да с этим сделать. Ну, типа топор. Типа цифра один. Как логика. А,
А может вообще не сейчас это надо делать? Зачем мне дробовики? Может это просто так, чисто по приколу разработчики это? Кстати, ты заметил то, что у нас проектор не работает? Отвалить. Так, давайте положим сюда. Я не знаю, для чего это. Так. Это тоже сюда. Огнемет у нас все равно нету сюда. Ну, как бы он есть, но у нас его, мы им не пользуемся пока. Отмычку возьмем, ключ со змеей. По-моему, я уже все открыл, где можно. Так, кассету мы посмотрим. Эпоксидку сильную мы тоже сюда положим. Вот, ребяточки, в следующей серии мы продолжим. У нас дробовик будет. Дробовик есть, в принципе, 10 патронов, это очень много. Аптечки. Вот, в следующей серии будем смотреть, ребят, кассету. Все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.